Капитальный ремонт во многих домах уже закончился. 27 муниципалитетов заявили о выполнении программы. Однако в республике стартуют дополнительные. В Доме правительства накануне обсудили ход выполнения капитального ремонта жилых домов, школ, фельдшерских пунктов. В аутсайдер пока Ютодинский район. Там подрядчики отстают от графиков. В Казани, Альметьевском и Лаишевском районах работы прибавится. Сейчас в Москве проходит защиту дополнительная программа по ремонту 65 домов. Однако в 12 районах подрядчики рискуют не успеть до учебного года. Президент подчеркнул, все школы должны быть готовы уже в конце августа. В любом случае, пару подрядчиков надо выгнать. Я не говорю всех, наверное, у некоторых есть это. Разговаривать даже не надо. Потом вам придется краснеть, почему школа не готова. Учиться работать глава республики порекомендовал и чиновникам. С 1 июля госслужащие уже не смеют требовать с просящих различные справки и документы. Сотрудники министерства и ведомств должны будут сами запрашивать необходимый документ. Через 5 дней в республике начнет работать новая система межведомственного электронного взаимодействия. Чиновники будут обязаны предоставить информацию или справку максимум за 5 дней. За нерасторопность грозит наказание – административное или дисциплинарное. Рустам Миниханов выразил уверенность, что новый метод работы поможет лучше работать и пообещал лично контролировать внедрение системы.